Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам про новый зимний сезон, который продлится с 25 апреля по 2 мая. За прохождение этого сезона на 80% вы можете получить автомобиль Chevrolet Шевиль 67 года и автомобиль Lincoln Hypersport. А за прохождение всей серии сезонов на 80% вы получаете автомобиль Alfa Giulia Forza Edition и автомобиль Ford Crown Victoria. Ну а теперь о самых интересных наградах за чемпионаты. За первое место против драйватаров уровня эксперт в уличной гонке у водохранилища вы получаете резиновые сапоги Кря-Кря. За первое место в чемпионате зимних игр вы получаете эмоцию мастер карате. И за первое место против драйватаров уровня непобедимый в командном автокроссе у подножия горы вы получаете бронетранспортер Тер-1 Гюрха. Но любителей острова Fortune Island ждет 2 сезонных выходки и целых 4 сезонных чемпионата, за которые можно получить десяток призовых игр. С чемпионатами все, теперь я расскажу вам, как пройти еженедельный форзафон. Первое испытание называется «Горячая штучка». Для его выполнения вам понадобится автомобиль Audi S1 2015 года. И по традиции все, что вам нужно сделать, просто выехать из гаража. Следующее испытание называется «Сокрушительная атака». Для его выполнения вам понадобятся гонки из серии «Дух улиц». А для прохождения испытания вам необходимо выиграть 2 заезда этой серии. Следующее испытание называется «Выносливость». Здесь ничего сложного делать не придется. Вам необходимо разогнать свою Audi до скорости 250 км в час. Последнее испытание называется «Наследие группы Б». Для его выполнения вам понадобятся заезды грунтовой серии. Ну а для прохождения испытания вам необходимо выиграть 2 гонки грунтовой серии. С испытаниями все, теперь поговорим о наградах. В этот раз в призовом магазине вас ждет эпические теплые варежки и легендарный гудок звук выхода из Windows XP, а также редкий автомобиль Jeep Grand Cherokee SRT 2014 года за 700 очков. Но главный приз за этот форзафон — это легендарный Hot Wheels Ford Mustang за 700 очков. А на этом все, друзья. Не забудь оставить комментарий, поддержать меня лайком и подписаться, чтобы не пропустить следующий сезон. Всем пока и удачи с выполнением заданий!